Лето, зной, молодость, амбиции и комфорт. Именно такими хэштегами можно описать деятельность инициативных молодых архитекторов Ульяновска, которые облагораживают любимые места в городе. Куратор и автор проекта по установке лавочек на набережной Волги Степан Бессараб предложил свою инициативу по осовремениванию правого берега реки тогдашнему губернатору области Сергею Морозову еще в 2019 году. Тот идею горячо поддержал. Проект должны были осуществить в 2020. Но пандемия коронавируса отодвинула воплощение на год. Однако это пошло ребятам только на руки. За год им удалось доработать проект и собрать нужные средства путем краудфандинга. Мы занимаемся тем, что, так скажем, делаем лучше то место, которое нам нравилось. Изначально это была просто команда архитекторов-студентов. Вот. Нам хотелось привнести в город что-то новое, какие-то свои мысли визуализировать. В конечном счете все остановилось на этой набережной, вот, берегоукрепительного сооружения вдоль Волги, потому что часто туда спускаются люди. Ребята оперативно сколотили архитектурную мастерскую, пустили клич в интернете, и инициатива тут же была поддержана молодежью, причем не только из нашего региона. Деньги на реализацию проекта присылали люди со всех уголков страны. А вот бескорыстную помощь в виде рабочей силы охотно оказывает ульяновская молодежь. По уверению ребят, обустройство набережной Волги необходимо. Даже несмотря на особенность расположения города на крутом венце и не совсем удобный спуск к реке. Мы посещали это место. В любой день, в который ты туда придешь, там всегда люди. Вот неважно, ты даже если в 4 часа дня, когда жара, туда спустишься, там всегда будут люди. В 12 часов ночи всегда будут люди. И это не зависит от того, проходимо, непроходимо, не зависит от того, на машине ты или без. В мастерской работа ладится для каждого. Парни занимаются распилом древесины и шлифовкой. Металлоконструкции изготавливает наемный сварщик. Девушки красят и лачат деревянные заготовки. Я, безусловно, считаю, что набережную нужно обустраивать, и это захватывает несколько спектров, групп людей, то есть от пожилого возраста до детей, то есть на набережную ходят все группы населения. И вот уже готовые лавочки погружают в машину для транспортировки и установки непосредственно на набережной. На крепление одной лавочки уходит 20 минут. Всего по периметру берега укрепления планируют установить 15 лавочек для того, чтобы горожане смогли комфортно любоваться закатами и рассветами на фоне водной глади. Анна Тищенко, Антон Никонов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.